В Казахстане пересмотрели бюджет с учетом слабых позиций тенге по отношению к американской валюте. При расчете на 2019 год в правительстве предусмотрели стоимость долларов по 350 тенге. Ранее при планировании бюджета на 2018 и 2020 годы экономисты рассчитывали на курс в 340 тенге. Сегодня же доллар стоит на бирже 361 тенге 22 тиена. Обсуждение самого проекта закона о республиканском бюджете на следующие три года прошло сегодня после заседания правительства в закрытом режиме, поэтому все подробности СМИ озвучил уже после совещания министра национальной экономики Тимур Сулейменов. Что касается цены на нефть, то ее стоимость закрепилась на отметке 60 долларов за баррель. Эта сумма заложена до 2021 года. При этом в любое время эти параметры можно изменить. ВВП 3,9% рост мы закладываем, с последующим ростом до 4,6%. В среднесрочной перспективе рост ВВП составит порядка 4,2%.